Приветствую всех на своем канале. Кто не подписался, подписываемся. С вами Елена Смирнова. И это видео по проекту Way Up – Дорога вверх. Проект находится на предстарте, и старт планируется на конец этого месяца. У нас еще 10 дней, чтобы построить команду. Я хочу показать, как заполнять профиль. Так, вот в настройках. И перед этим хочу сказать, ребят, когда регистрируетесь, вот здесь наша партнерская ссылочка. Смотрите внимательно, под кого вы регистрируетесь. Потому что мне сегодня пишет моя знакомая, она регистрировалась по моей ссылочке. Сейчас вот вставлю в Оперу свою реферальную ссылку. Вот. Регистрировалась по моей ссылочке, а занесло в итоге ее, не знамо под кого она зарегистрировалась. Понимаете? Очень внимательно надо смотреть, под кого вы регистрируетесь. Такое, к сожалению, бывает во всех проектах. Неважно, какой этот проект, другой или третий. Там всегда проверяйте, особенно когда вы под кого-то знакомого регистрируетесь. Сейчас я вот покажу вам. Регистрация. Вот ваш спонсор, смотрите, видите? Ваш, вот мой логин. И очень внимательно надо смотреть, под кого регистрируемся. Все заполняем на латинице. Логин, email, пароль, повтор пароля, имя, фамилия, страна. Далее, город, пин-код. Он нужен будет, скорее всего, при выводе средств. И при переводе, ну и ставим галочку, нажимаем регистрации. Обязательно вот смотрите ваш спонсор кто. Потому что, к сожалению, такое да случается, что улетает рефералы под другого человека, не знамо под кого. Потому что в случае что, вопрос задать и некому. Значит, переходим в мои настройки. Значит, здесь наши данные. Ну, здесь это кто захочет пароль поменять. Для подтверждения операции все надо это... Введите пин-код. Значит, телефон. Так, далее. Ссылочку на профиль наш ВКонтакте. Перехожу в ВКонтакт. Так, копирую ссылочку. Так, и перехожу в аккаунт. Так, ссылочку ВКонтакте. Это нужно для того, чтобы партнеры могли, если надо будет, связаться. Вы понимаете это. Facebook. Так. И указываем Skype обязательно. Так, Skype. Он у меня уже скопирован. Так. Далее. Ссылочку на Telegram. Так, переходим в Telegram. Нажимаю вот на эти три точечки, ищу настройки. И вот так, имя пользователя. Копировать имя пользователя. Вставляю. Так, а вот это я удалить можно. Оп. Так, и ссылочку на канал YouTube. Я вставлю вот эту, у меня два канала. Так, копировать. Перехожу. Так. И вставить. И нажимаю применить.
Страничка обновляется. Данные для связи успешно обновлены. Так. Возвращаю. Так. Значит, все, я заполнила. Так, заполнила. Так, а что нам еще надо? Давайте настройки еще разок зайдем. Кабинет пока не пополняем. Просто регистрируемся и приглашаем. Так, все, вот у меня заполнено. Ну, тут все вроде как. Ага, кошельки, смотрите, можно кошельки прописать. Значит, у нас Payeer, Perfect и Advanced Cash. Значит, прописываем Payeer, Perfect. Так, и Advanced Cash я пока не буду писать. Так, и введите пин-код. Так, куда у нас пин-код? Так, вводим пин-код. Нажимаем «Применить». Страничка опять обновляется у нас. Так, все. Так, настройки. Данные мы сохранили. И можно спокойно теперь приглашать как бы друзей и знакомых строить свою команду. Что еще я хотела сказать по этому проекту? Все вот у нас тут. Я заполнила. Теперь буду спокойно ждать старта. Ребят, у меня на канале, возвращаясь на свой канал, есть видео. Так, плейлисты. Я создала плейлист по проекту, потому что видео будет не одно, потому что проект очень интересный. Смотрите, вот. Так, где мой плейлист? Вот, Way Up. Вот. Нажимаете. И все видео будут. У меня уже два видео. И обязательно к просмотру не поленитесь. Просмотрите. Сейчас это на паузу поставлю. Так. Вот это маркетинг. Пожалуйста, не поленитесь. Посмотрите. Я залила себе на канал. Там все подробно рассказано. Минимальный как бы вход $5. Я как бы думаю, доступен всем. Не такая уж и большая сумма. Вот. Так что проект многообещающий. Я с удовольствием в нем поработаю, потому что давно не было нормальных проектов. И уже как бы и соскучился по проектам нормальным. Ну что, на этом я буду заканчивать. Кому интересно, присоединяемся и обязательно смотрите, под кого вы регистрируетесь. Очень аккуратно копируйте ссылочки, потому что мне неоднократно, мне постоянно пишут, то видео не показывает, то не знамо, под кого регистрируется. Вот. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.